Без полиции. Жители Бережинка Кировоградской области требуют выдворить полицию из их села. Напомню, там уже 2 месяца продолжаются разборки между 2 фермерами за контроль над одним из агропредприятий. Оба привлекли наемных бойцов. Полиция на днях жестко зачистила село от добробатовцев из батальона «Донбасс». Продолжит Елена Брынза. Сегодня возле конторы никого. Охраняют ее несколько десятков донбассовцев. Говорят, будут здесь до конца жатвы. Ночью было тихо. Зранку тут трошки много полиции приехало. Они так більш-менш адекватні, нормальні. От, вони від'їхали в інше місто. Зараз десь вони тут теж по території десь населеного пункту, то селище цього патрулюють. Ну, але так, з нами такі стосунки, скажімо такі, спокійні. Немає яких провокацій. Напомню, позавчера земельный спор между 2 фермерами привел к побоищу между полицией и донбассовцами. Ветеранов АТО в качестве охранников вызвал собственник сельхозпредприятия «Нива-2010». Защищаясь от рейдерской атаки предпринимателя из Днепра, за которым якобы стоит нардеп от Народного фронта Юрий Береза. А полиция попыталась задержать донбассовцев, применяя силу и спецсредства. В ответ на их действия селяне потребовали, чтобы бойцы спецбатальона покинули контору сельхозпредприятия. Сегодня машина с полицейскими стоит за 200 метров от конторы возле детской площадки. По селу все время курсируют служебные машины, но местные жители все равно негодуют. Утром несколько десятков человек снова пытались прогнать полицейских из Бережинки. Послушайте, бойщики мы, земля наша. Нам не нужны. Полиция из села не уйдет, заявили сегодня в областном главке. В конфликт с местными жителями не вступают работники правоохранительных органов, но будут находиться на территории данного населенного пункта с метою обеспечения порядка и попередження конфликтных ситуаций. На данный момент нас в полиции области открыли уголовное производство, незаконное присвоение имущества предприятия. Подозреваемых в деле пока нет. А вот правомерность действий самих полицейских при попытке выдворить из села донбассовцев расследует уже областная прокуратура. В то же время уже завтра беспорядки могут вспыхнуть в Кропивницком. Фермеры со всей области, возмущенные тем, что правоохранители не противодействуют рейдерским захватам, планируют провести масштабный митинг под зданием облгосадминистрации. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности, телеканал Интер, Кировоградская область.